Привет, друзья! Приехал я сегодня из Полтавы. Полтора суток меня, чуть больше, может, чем сутки, пускай будет полтора суток меня не было дома. Решил покормить рыбку, а водички, друзья мои, нет. Отключили мне воду в связи с аварией где-то там на линии. Решил я покормить сегодня только малышей, а уже подростка покрупнее не кормить. И, друзья, смотрите, какую я наблюдаю картину с цихлами. Комментировать я это не буду, посмотрите сами, я думаю, вы сами все поймете. Проблема только в том, что тот моногуанец, который сейчас находится во рту у шарика, он должен был в конце этого месяца уехать к одному из подписчиков. Так как, если вы помните, у нас на канале есть конкурс, и теперь вместо двух моногуанских цихлозом к подписчику поедет только одна. Друзья, прискорбно, конечно, но от этого никуда не деться. Дальше без комментариев, смотрите все сами.